Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре огромный набор по комплектации инструмента. Набор от компании Джонсвей на 127 предметов. Джонсвей выпускает инструмент премиум класса, профессиональный. Используется он на предприятиях СТО и автосервисах, там где нужен крепкий инструмент, который долго прослужит, выдерживает большие нагрузки. Также наборы Джонсвей имеют пожизненную гарантию. Давайте перейдем к набору. Поставляется он в картоновой упаковке, вот такой Professional, сбоку вот видите написано пожизненная гарантия. Здесь награды, которые получил инструмент Джонсвей. С другой стороны комплектация набора и адрес поставщика в Украину, то есть официального, и адрес, где выпускается набор, на острове Тайвань. Кейс из пластика темно-зеленого цвета с надписью Джонсвей. Запирание на пластиковые замки. Два пластиковых замка спереди и по два, то есть по бокам. Получается 4 замка. По габаритам кейса ширина 60 сантиметров, длина 43 и высота 9 сантиметров. Вес набора 15 килограмм. Так, и теперь комплектация. В наборе два рабочих квадрата, 1,4, 1,2. Вот такие вот идут трещотки. Трещотки в наборе на 36 зубьев. Трещотки Джонсвей славятся своим качеством и, то есть, выдерживают большие нагрузки. Но все равно срывать гайки как бы не рекомендуется. Потому что если вы поломаете трещотку, она попадет в сервисный центр, вам откажут в гарантии. Трещоткой не срываем гайки, для этого есть воротки. Имеет переключатель реверс, быстрый сброс. Рукоятка у нас обрезиненная и разборная трещотка идет. То есть винты. Для всех трещоток Джонсвей есть ремкомплекты запасные. То есть вы можете докупить и поменять в случае, если поломали. Трещотка под квадрат 1,4. Также с реверсом, с быстрым сбросом на 36 зубьев. Так, в комплекте вороток шарнирный, вот такой квадрат идет. Длина воротка 375 мм. Весь инструмент в наборе имеет номер свой, согласно каталога. И надпись Джонсвей. То есть этот вороток, вот, с ними можете срывать гайки, но не трещотки. Так, молоток. Вес молотка 500 грамм. Рукоятка деревянная. Гибкий удлинитель для труднодоступных мест под квадрат 1,4. Магнитная указка для того, чтобы можно было достать упавшие болтики, гайки. Вороток Т-образный под квадрат 1,4. Еще один Т-образный вороток под квадрат 1,2. Весь инструмент в наборе подписан. То есть возле каждого инструмента есть надпись с длиной и что это за инструмент. Так, удлинитель 250 мм под квадрат 1,2. И еще один, также под квадрат 1,2, 125 мм. Два удлинителя. Так, имеются вот такие вот переходники с шаром. Вы видите, вот здесь какая часть. Это можно использовать в труднодоступных местах. Вот видите, работать немножечко оно будет с изгибом идти. Вот. Вы подключаете вот сюда трещотку. Вот. И видите, вот. Для труднодоступных мест. Такие же удлинители есть и под квадрат 1,4. Их здесь две штуки. Вот такой вот 150 мм и поменьше 50 мм. Тоже с шаром, шар в конце, то есть вместо квадрата.
Также еще один удлинитель под квадрат 1,4 есть. Длина его 75 мм. Два кардана 1,2, 1,4. Карданы разборные, скреплены штифтами, то есть не штифтами, а винтами. То есть не вставками, то есть их можно разобрать, если что. Набор зубил и керн вот такой. То есть можно убивать, подбивать. Они вот такой вот клипсе, вытягиваются. Два набора Г-образных ключей. Один идет у нас торкс, и другой шестигранники Г-образные. Сзади клипса, можно одевать на ремень. Так, головки в наборе идут шестигранные. Здесь их 30 штук. Самая маленькая 4 мм, 6 граней. И самая большая на 32 мм. Также 6 граней. Головки, вы видите, у нас матовые, полуматовые, полуглянцевые. Также надпись Джонсвей. Номер согласно каталога, ЦРВ, материал изготовления и размер головки. Также они подписаны в наборе полностью. Так, головки торкс. Самая маленькая Е4. Самая большая Е24 торкс. Головки длинные также есть в комплекте. Здесь их 12 штук. Самая маленькая 7 мм. Самая большая на 19. Две свечные головки 16 и 21 мм. Так, по нижней части я вам все рассказал по инструменту. Сейчас перейдем, покажу вам верхнюю часть набора. Набор очень большой. Так, нижняя часть. Здесь у нас идут кусачки. Бокорезы 150 мм. Здесь они пружинные, видите. Но очень хорошо сделаны, очень качественно. Пассатижи 175 мм. Тоже пружинят, видите, что возвращается. Кстати, очень удобно. Инструмент верхней крышки хорошо защелкивается, и поэтому исключено выпадание. Клещи переставные. Длина их 250 мм. Отвертки. В наборе есть отвертки крестовые и есть отвертки шлицевые. Вот, шлицевые у нас оранжевого цвета. Как вы видите, здесь вот размеры и также номер согласно каталога на каждой отвертке. И вот отвертка у нас крестовая. С надписью Джонсвей, размер, указан модель шлица. Так, набор ключей разрезных. Используются они для всяких трубопроводов. Здесь их 5 штук. Размер 8-10, 9-11, 12-13, 14-17 и 17-19. Большой набор комбинированных ключей. Самый маленький размер у нас 6 мм. И самый большой ключ на 32 мм. Надпись Джонсвей, номер
То есть весь инструмент в наборе имеет свой номер согласно каталогу. Здесь он глянцевый, вот так матовый. Ключей в наборе 19 штук. Так, по комплектации все рассказал. Чем еще, с чем он отличается от набора 128 предметов Джонсвей? Джонсвей на 128 идет трещотка на 72 зуба. Здесь трещотка идет на 36 зубьев. То есть здесь она более, как сказать, силовая идет. Также отличается трещотка 128 от 128 переключателем реверса. Там он идет круглый. То есть на всю трещотку переключение. Здесь идет флажком переключение. Еще. В 127 идут головки Е-класса. Вот они. Но нет бит Торкс. В 128 есть биты Торкс, но нету головок Е-класса. Здесь можно использовать вместо бит вот такой вот набор Г-образных ключей Торкс. И еще одно отличие — это дизайном инструмента. То есть тут немного отличаются рукоятки. То есть рукоятки вот трещоток, рукоятки отверток, они отличаются. И в принципе это все отличия, которые есть. В основном это в торксах. Торксы и трещотки. Все, мы рекомендуем с покупки данный набор. То есть богатая комплектация, профессиональный набор и пожизненная гарантия. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.